Славянский район вполне заслуженно считается одним из самых спортивных в Краснодарском крае. Любовь к физкультуре и спорту здесь прививается с детства и начинается, конечно, в семье. Об этом убедительно свидетельствует популярность таких соревнований, как районные семейные спортивные игры «Стартуем вместе». В этих состязаниях приняли участие 11 семей Славянского района. Все они собрались в спортивном комплексе «Триумф» и последние минуты перед торжественным открытием соревнований использовали для того, чтобы еще раз попробовать свои силы в настольном теннисе и дартсе. Начальник управления по физкультуре и спорту Славянского района Александр Прищепа приветствовал участников и поздравил их с этим спортивным праздником. То, что вы уже пришли сюда, уже все выиграли. Хотелось бы пожелать им хороших эмоций, чтобы они действительно вас бодрили на сегодняшний день. И, конечно, пусть сегодня побеждают все вещи. Как говорят, в здоровой семье здоровый спортивный дух. Участники соревнований были настроены по-боевому, надеясь продемонстрировать все свои способности. Мы участвуем первый раз, нам очень приятно, что нас позвали. И будем показывать все, что мы можем. Постараемся поучаствовать и выступить достойно. Мы начинали давно, еще, наверное, лет 10 назад. У нас была 8-летняя девчонка, дочка моя. Вот с ней мы начинали выступать на соревнованиях. Сегодня ей 18 лет уже, у нее сегодня день рождения. И сегодня мы приехали со средним своим ребенком, тоже девочка, зовут Эвелина. Ну, вот как бы мы продолжаем прививать ей такие спортивные традиции, для того, чтобы она понимала, что мама и папа сильные, духом и телом, и чтобы она такой же становилась. Уже первые виды состязаний, настольный теннис и дартс, позволили претендентам на победу заявить о себе. Продолжение семейных игр прошло в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». Здесь участники состязались в таких видах, как прыжок с места, отжимание в упоре лежа, наклон вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине. Завершились соревнования комбинированной и легкоатлетической эстафетами. В общекомандном зачете третье место у команды Славянского городского поселения. Второе завоевали спортсмены Прибрежного сельского поселения. И победила команда из станицы Анастасиевской. Всем призерам, а в команды входили по две семьи, были вручены грамоты, медали и кубки. Я очень рада, что мы победили в этих соревнованиях. Я очень люблю спорт и никогда его не брошу. Когда уже начались соревнования, поняли, что, в принципе, шансы есть. И уже в последних забегах поняли, что все, выиграем, уже успокоились. Все участники семейных спортивных игр «Стартуем вместе», независимо от занятого места, получили от соревнований заряд бодрости и много положительных эмоций. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».